Мы находимся в аэропорту Пулково. И сейчас будем регистрироваться на рейс в Турцию. Народу довольно много, но очень много окон открыто для регистрации. Посмотрим, как у нас пройдет это мероприятие. Мы покидаем Россию. И уже не в первый раз. Но в этот раз как-то особенно тревожно. Вот это наши чемоданчики. Такие вот маленькие. Сейчас мы их будем определять, куда надо. Ну что, уважаемые друзья, вот мы и готовы к вылету из России. Все прошло довольно спокойно. Багаж приняли, сертификат проверили на турских авиалиниях. Несколько вопросов на паспортном контроле, стандартно. И все нормально, никакого ажиотажа, все спокойно. Прощай, Россия. Давай купим воды. Какая цена воды здесь? Я думаю, что она одинаковая. Да, сколько стоит вода? 1,5 евро? Ну, пойдем в кафе, посмотрим. Вон там у нас, помнишь, был бизнес-зал. Где у нас вычислена посадка? А надо... где-то еще есть кафе? Очень много, да. Но я думаю, что, наверное, это все. Нет? Бизнес-зал наш. Жалко, что мы уже не бизнесмены. Где? Стамбул, 15:00, ожидайте посадки. А 04? Так мы здесь рядом. А 04 вот здесь где-то. Можно сейчас спросить, есть тут? Там 05. Значит, 03. Вот это. Вот нет. Направо 03. А, и там 04. А, ну да. Вот здесь еще кафе есть. А вот наш 04, да. Так, вот отсюда мы будем улетать. Стамбул. Вот это надо обязательно. Давай я куплю воды. Мы сейчас вот здесь прямо и с ними. Где-то почище. Ой, окошко бы найти. Да, она почище нет окошков. Почище. Почище окошков нет. Вон там стоит этот туркиш. А смотри, на этой стороне почищены окна. Хм, странно. Здесь чистые окна, можно снимать. Можем съесть что-то в самолете. Там, наверное, платно. Это точно будет 3 часа в сутки лететь. Ну, правда, ну, конечно, думаю, здесь... Ну да, конечно. Бесплатно-то навряд ли что-то будет. Вот там было кафе и здесь. То есть 2 кафе. Но тут не так много народу, просто много сидят. А в кафе. В кафе. Вот садись чуть. Вон там оно есть даже место у окна. Просто там нету стульев. А, вон там есть. Пошли-ка. Я вижу. Нашла хорошее место у окна. Чудесно.
по традиции перед посадочкой. Пьем кофе в аэропорту. Вот такой огромный самолет. Три ряда сидений, три этих отсека. Просто я даже не знаю, сколько, на сколько человек этот самолет. Наверное, тут вообще немереное количество людей. И самолет полный. Смотри, места почти нет. Так что вот, мы готовы к взлету. Все по расписанию, все четко, поэтому посмотрим, как пройдет полет. До встречи в Стамбуле. Наш царский обед. Turkish Airlines. Кормит неплохо. Да, шикарно. И вино, говорят, французское. В аэропорту Стамбула. Только что прилетели. 6 часов вечера. Почти 7. Полет прошел нормально. Все хорошо. Может, в Анталию? Да, точно. Куда-то идем. Мы в первый раз в аэропорту Стамбула, поэтому мы не знаем, куда мы идем. Но куда все, туда и мы. Вон там я вижу паспортный контроль, по-моему, внизу. Народу довольно много. Да. Ужас, как далеко идти за багажом. Просто какой-то ужас. Мы уже весь аэропорт по периметру прошли. Но, правда, есть эскалатор. Да, если бы у нас был транзитный рейс, я не представляю. Мы бы тут метались, наверное. Еще при получении багажа. Ага. В Мадриде тоже такая же система. Там можно на поезде ехать внутри терминала. Поезд типа метро. Ну, инвалидов возят, конечно. Ну да, это инвалидов возят. Ну, багаж-то внизу. Так, все. Идем вниз за багажом. Вот он, красавчик, во всей красе. Аэропорт Стамбула. Так, сейчас мы обратно, наверное, поедем точно по такой же дорожке. Обратно за багажом. Приехали. Теперь встаем снова на дорожку.
И поехали обратно. Супер вариантик. Сколько машинок? Смотри, сколько машинок. Вон там. Ну, а как здесь иначе-то? Ходишь-ходишь тут кругами. Разминка. Здесь выдают визы, наверное. Очень долго стояли на паспортном контроле, но нам просто не повезло. Так тоже бывает, никуда не денешься. Вот наш багажик с чемоданом на месте. Слава богу. И сейчас мы продолжим наш путь. Вот аэропорт Стамбул. Чемоданами тоже тут полная неразбериха. Питер не забрал чемоданы, Москва уже снова идет. И теперь уже не написано, что здесь был Питер. Мы случайно как бы увидели, что здесь мой чемодан ползет. А так мы уже хотели идти другие места искать. Ну так, в общем, повезло. Сейчас увидим. Надо сказать, что мы впервые в этом аэропорту. Сейчас пройдем. Сейчас мы должны пойти через таможню. Посмотрим, как тут это все происходит. Наш маршрут состоял из двух частей. Перелет из Санкт-Петербурга в Стамбул около 4 часов и дорога на автомобиле из Стамбула в Варну. В этом нам помог наш друг, который встретил нас в аэропорту Стамбула. Я в туалете. Потрясаюсь. Такой туалет в Турции. На заправке. Смотрите, как выходим из туалета. Почему не курит? Где у них конюшня-то? Ночный звездец. И стадо коней.